приехали, чтобы у себя дома рассказать правду о России и далекой, одновременно близкой Второй мировой. В Курске побывал автопробег «Дружба». Участники преодолевают тысячи километров, чтобы собственными глазами увидеть, какой след в душе русского народа оставила Великая Отечественная. В этом году организовано несколько маршрутов. Наш город посетили те, кто едет на юг, в Крым и Грозный. Они здесь за правдой. Хотят видеть мир не с голубых экранов, а воочию. Услышать, понять, подумать. Тепловские высоты. Таких мемориальных комплексов на пути автопробега будет много. И рядом с каждым сердце заходится от боли. Невозможно оставаться равнодушным, когда посещаешь такие значимые места. Если смотреть прошлогодние видео, можно заметить, как часто глаза наливались слезами. Тяжело выразить словами то, что в этот момент трогает душу человека, который чувствует себя виноватым и ответственным за свой народ. Мне стыдно за то, что на этой земле сделали наши предки. Мемориал появился в 2013-м. Гости сначала удивились. Вы до сих пор ставите памятники той войне? А чуть позже ответили сами себе. Россия все еще скорбит, и этим отличается от Европы. Бывший президент Германии, который приходил и преклонил колено и просил прощения за немецкий народ. В таких символических актах она присутствует. Но в народе Великая Отечественная война, она ушла уже в прошлое, и про нее уже мало вспоминают. А вечер участники автопробега провели в комсорге. Смена в детском лагере по традиции собрала самых активных ребят. А поговорить с ними было о чем? И о прошлом, и о настоящем, чтобы вернуться домой в Германию с мыслями о будущем. Тарас Степаненко, Андрей Зарубин, телеканал «Сейм».